Первоначальным назначением гражданской обороны была защита мирного населения в условиях военных действий. Истоки будущего праздника были заложены в далеком 1931 году, когда в Париже была основана Ассоциация Женевских зон. Под этим понятием скрывались нейтральные зоны, в которых в военное время могли найти убежище пожилые женщины и дети. Сейчас гражданская оборона – это отлаженная система, где работа ведется круглосуточно. Только за последний год сотрудникам Ульяновского управления МЧС удалось спасти несколько сотен человек, а количество пожаров по сравнению с 2017 годом удалось снизить на 2%. И сегодня хотелось бы поздравить всех сотрудников Главного управления МЧС России по Ульяновской области, наших ветеранов с этим Всемирным днем гражданской обороны, пожелать им здоровья и всегда служить на благо отчизне. 2019 год в МЧС России объявлен годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. В течение этого года по всей стране пройдет множество мероприятий, направленных на профилактику пожаров, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий.